Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня приехали на новое озеро. Вон Андрюха нам его показал. Здесь он карпа ловит по 15 штук с поверхности. Там вон Славик. Будем сегодня пробовать. Рыба плещется. Андрюха одного карпа уже взял. Посмотрим, что у нас будет дальше. Вон карпа по ловку бьет. А к хлебу не хочет подходить. Ого, подошел. Ай-яй-яй-яй-яй. Повел поплавок уже, ну, и промахнулся. Ничего. Он опять не успел заснять поклевку, блин. Ну, карпик взял красиво в этот раз. Бойкий малый. Ну давай, давай, иди сюда уже. Все, в домике. В этот раз зеркальный. Пойдемте его отцепим. Какой красавец. Какой красивый. Уже такой хвост у него кою ближе подходит к карпу. Пойдем отпустим его. Ушел, спасибо. Ну, сейчас закинем. Вот так вот туда закидываем. Сейчас можно присесть, отдохнуть немножечко. На камеру не видно. Поплавок стоит там, где нужно. Поэтому сейчас будем ждать карпа. Ну вот ветер подует, блин, и не видно поплавок даже. Подошел там. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас я смотрел по леске. Леска немножко пошла. Так всякий промахнулся, блин. Перезаправка. Берем, я говорю, вот кусок хлеба. Просто так продеваем.
Зажимаем тут крючок. Кстати, он там, где поклевка только что была, хлеб сорвало. Он сейчас подошел и скушал его. Я немножко не докинул до того места. Но ничего, он тоже будет. По-другому никак. Интересная такая тоже рыбалка, потому что ты видишь, как карп подходит, пытается... О, опять подошел. Пытается... Есть! Ай, сошел, блин! Видишь, как подходит карп? Он сначала по плавку может ударить, по хлебу потом промахнется, но потом подойдет еще раз. Поплавок тоже белого цвета, как хлеб. Ну, блин, сошел. Ну, ничего. Ну, да. Ты уже нормальный такой был. Ну, по всплеску. Да, я сразу в кусты пошел, блин. Да. Ну вот, насадили еще раз. Попробуем поймать. Хорошо закинул. Ставим удочку и ждем. Он там возле того острова трется все время. Что-то взяло хорошее. Только присел, блин. Может быть. Ну, блин, пока сопротивляется хорошо. Как-то идет он странно, если честно. Думаешь? Андрюха говорит, за бок зацепил. Ну, да. Там донка твоя, блин. Пускай я его вытащу оттуда. Да блин. Отпускай. Хороший? Нормально. То что он творит, блин? Да не, я справлюсь. Хороший, да. Давай помоги, Андрюха, наверное. Но. Он дает жару, блин. Да не, не надо. Домики. Троечка. Может быть. Давай наматывай. Бой. Слева он там. Тройка. Хороший. Давай, потери. Три 700. Так я говорю. Так, пойдем его отпускать. Встанем. А нет, не встанем. О, пошел. Спасибо.
Такой вот красавец. Отпустим его. Тут нас достала, блин, плотва. Пойду попробую в другом месте, а то, блин, невозможно ловить. Хватает, хлеб сразу налетает. Может, где-то здесь, в лилиях, или где будет стоять карпик у нас. Да, наверное. Что-то он вообще не сопротивляется. А, не надо, это подлещик. Да, сверху взял. Как так? Сейчас мы его отпустим. Пускай плывет дальше. Вот какой. Длинный такой. Взял с поверхности. Давай, иди. Спасибо. Да не знаю. Да нет, наверное, стандартный. Долго поклевок уже не было. И вот на тебе есть. Да, они все стандартные здесь. Ну, я сказал бы, это меньше стандарта. Да. Стандарт, блин, это не килограммовый, 1,5-2 килограмма. А это, блин, таких вообще-то очень редко попадали. Ну все, давай, иди сюда, хватит. Все, карпик у нас в домике. Че? Ну, спасибо. Пошла ракета. Ну вон что творится, подкинул хлеб тут под ноги. Ай-яй-яй, блин. Смотрел на этот хлеб тут, который у меня там поклевка была. Вон, как будто, блин, дождь идет из плотвы. Плещется так, что ой-ой-ой.
Не знаю, видно, не видно на камеру, но, блин, вытворяют они здесь, дай боже. Вон здесь. Сейчас возьмет плотва. О! Не, я смотрел опять сюда. Да? Да. Небольшой. Ну, сопротивляется хорошо. А я опять, блин, смотрел сюда. Да. Ну как бьется, блин. Хороший? Ну, хороший карпик. Ну все, он в домике. Сейчас пойдем на мат. Давай. Ну все, карпик зафоткан. Да, повторяюсь, смотрите у меня в инстаграме, ссылка будет в описании ниже под видео. О! Ну спасибо, ушел красиво, забрызгал, блин, всего. Ну ничего, прикольно. Ловим дальше, пока есть время еще у нас. Вон сколько, блин, плотвы. О, сейчас тут начнется пиршество. Смотрите. Да, вероятно, что возьмет мой хлеб, тут маленькая карпа. А плотва возьмет. Вы видели, какой кусок хлеба ставлю? И все честно, взяла в рот. Ну, стой, стой, сейчас тебя отпущу. Да ты че, блин? Ну, в Андрюхе тоже сидит. В домике. Купить хочешь? Ладно, последний заброс, и будем собираться домой уже. Душу отвели по карпу, половили хорошо его. Ну, так что все не так уж плохо здесь. Так вот, плотва под конец надоела, блин, не дает нормально половить.
Ну ладно, будем заканчивать. Всем спасибо и всем пока.